Всем привет, дорогие друзья, с вами Нелапся. Мы продолжаем проходить Metro Exodus, это у нас четвертая часть. Что у нас было в третьей серии? Мы достали вагон, достали Мишку, да, для Насти. Вот, и все, в принципе. А, и зачистили еще, как они, бандитский там какой-то этот... Какой-то схрон там что-то, да, что-то мы зачистили, короче. Резину я добыл, хотя было и непросто. Угу. Крест спрятал ее в облюбованном мутантами храме царя рыбы. Угу, похоже, да. Здесь мостовики приносили саму человеческие жертвоприношения. Хорошо, что возвращаться сюда мне не придется. Теперь пора забрать вагон у бандитов. А, надо забрать вагон у бандитов. Ага. Это, походу, вот как раз тот, который мы зачислили в прошлой серии, да? А я думал, типа, что-то мы, ну, вроде как мы сделали, да, что-то у нас была проблема там с деревяшками, то, что мы проехать не могли. И, типа, я думал, а, ну, как бы, а что дальше? Все, все, я понял, типа, идем к бандитам, как-то, походу, опять их надо будет зачистить сейчас, и все, и нормально. Хорошо, ладно. Давай, метро, прогружайся, хорошей херней страдать. Да, первая прогрузка, это, конечно... Не, этой игре нужны доработки прям срочно на самом деле. Типа, вот как раз с быстрым... Точнее, с долгим. С долгой прогрузкой, со всем вот этим вот. Тебе нормально? Ну так, в целом. Так. Бандиты, да? А тут ты никак повернуть не сможешь, да, походу? Вот как раз у меня с этим была проблема, да, в прошлой серии. Подожди. Ага. Нет, подожди. Во. Управление уже вообще позабыл. Как-то же можно, наверное, повернуть, нет? Тогда же вроде мы поворачивали. Я не помню только в какой части. Не хочет. Ладно. Че, побежали к бандитам тогда. Сейчас по новой, походу, придет зачищать. Особенно надо доработать эмоции, у людей их вообще нет. Не знаю, я не заметил, что прям у людей нет эмоций. Почему нет эмоций? Вон, Анька, когда я возвращаюсь, она всегда меня встречает с распростертыми объятиями, с улыбкой на лице. Крольчонок. Нормально. Не обижай зайку. Усюка. Так. Но я же тут уже все зачистил, типа. Я вот не знаю, надо было. Давай я, знаешь, как сделаю? Вот так тут сделаю, да? И типа, если в крайнем случае, даже если мы сейчас умрем, по крайней мере, я сохранил уже. Так, 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 так. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Да? Ой. Подожди, я... Да подожди, я не это хотел сделать. Да подожди ты. Блин, подожди. А, вон, на Z садится. Все. А кто у нас тут такой это? Буйкий. Что у нас тут за зверюга обитает? Я рычит, рычит. Прикинь. Так, ну ладно, ну вот он, вагон. Хорошо. Давай даже свет включим, да, чтобы нам, ну, как бы поприятнее было. А то знаем этот YouTube, потом будет затемнять все и типа... Ничего нормального не получится. Так, свет горит, все нормально, ладно. В принципе, допустим, где у нас тут поднять ворота можно? Наверху где-то, правильно? Да, скорее всего. Так, а наверх подъем у нас с улицы, кстати, есть подъем. Вот тут вот по лестнице, да. Нормально.
Сейчас, может, и увидим, кто у нас там такой бойкий, рычит. А может, и не увидим. Где-то там слева обитают. Это где, непонятно. Так, мостик. Открой нам люк, пожалуйста. Хорош. Бля, завизжал там, а? Тихо, тихо. Мы знаем то, что прыгать, блин, высоко нельзя. А, слушай, может это этот? Царь рыбы там реально? Ну-ка, подожди. Там озеро есть? А, ну в принципе, да, там озеро есть. Скорее всего, царь рыба. Да, он плавает. Дурачок этот. Здоровый. Хорошо. Так. А что нам тогда сейчас нужно сделать? Нам сейчас нужно дрезину, получается, сюда подвалить, да? Привезти. Или можно как-то так перебраться. Не, вряд ли тут, типа, есть что-нибудь, что поможет добраться до дрезины. Ну да. Придется, получается, дрезину сюда тащить. Открывать ворота. И все. Здорово. Ой. Ну, сорян. Как бы не хотел раздавить твоего собрата. Так, смотрим. Значит, по этой дорожке нам не проехать. Угу. Или проехать. Не, а как мы тут проедем? Тут колья. Хорошо, давай тогда... Вот по этой, да, получается, можно будет проехать? Да. Но это все в обход. А у нас дрезина там стоит. Этот нам вариант не подходит. Хорошо, ладно, давай тогда сейчас будем разбираться, что и как. И желательно это все делать быстро, потому что всю серию тратить на разборку, как добраться с вагоном, точнее, с дрезиной до вагона, такое себе. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Кстати, вон там он был, Мишка у нас, гнездышки. Угу. Так. Не знаю, мы сейчас можем, конечно, попробовать как-нибудь назад отъехать, типа, все это проехать и вытащить вагон, но, блин, хрен знает. Так. Вправо мы-то сейчас сможем повернуть, нет? Или он опять же влево поедет? Нет, влево поедет. Значит, хорошо. Поехали в обратную сторону. Скорее всего, мы где-то пропустили поворот. Давай, давай, давай. Тащи, старушка. Смогешь. Не сможешь же, ну. Ну, давай. О, поехала. Молодца. Молодца. Так, тут у нас не проехать. Вот тут, мне кажется, где-нибудь поворот пропустили, нет? Да нет, тут вроде негде повернуть. Это мы уже прям в этот храм обратно вернулись. Хорошо. Жалко еще, видишь, то, что она медленная, блин. Я бы какой-нибудь разгончик там, я не знаю. О, ну хоть свет есть, ладно. Я сейчас ночью бегать. Такое себе. Вот тут как-нибудь... Вот тут вот можно будет повернуть? Вон туда, вон вправо смотри. А, нет, тут у нас вообще нету, да, этих соединяющих. Да. Хорошо. Поехали дальше, попробуем посмотреть. А, ну тут уже сейчас этот пойдет. Вот как раз поворот, на который...
Нам нужно вроде как желательно повернуть, да, вправо, но он не хочет поворачивать. Вот опять же, тут я не понимаю, почему он не может повернуть вправо. Но он тут бьется. Дурак, что ли? Пиши отсюда, слышишь? У меня хоть патроны и не бесконечные, но убить я могу. Так, повернуть, повернуть, повернуть. Как нам тут повернуть? А, хорошо, тут патронов у нас нету, тут 80 патронов. Нет. Не поворачивает. Может, за него из-за того, что типа на него этот не подходит? Не проходит, точнее, ток. А может, я просто тупенький, как бы. Как нам повернуть? Вот, я, знаешь, даже не знаю, вот как нам повернуть. Поехали дальше. За вагоном. Разворот и сразу же вперед. Отлично. Я думаю, мне кажется, вот эти вот колья мы все-таки пробьем на вот этом посту. Опять же, я так думаю. Надеюсь на это. Давай. Ба. Давай, 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 старушка, нормально. Так, получается, мы берем вагон и вот отсюда поворачиваем как-то вон туда, вот, в сторону нашу. Все? Да. Так, стоять. Сейчас поворот. Поворот. Где у нас тут переключатель поворота? Что за звук был? Так, где у нас переключатель поворота? Блин, не вижу. Успокойся там. Не бурчи. Хорошо. Попробуем так тогда сразу же. Не, все-таки влево сразу поехал. Даже без поворота больше. Окей. Да, поехали прям к нашим. И все. И оставим там вагон. И Мишку дадим. И сейчас пойдем в форпост как раз тут зачистим. По сюжету, который нам нужен. И все. И посмотрим, что там дальше будет. Я только не совсем понимаю, как они хотят первый вагон, ну, точнее, вот этот вагон в конец поставить. Типа, мы приедем же, по идее, в начало самое. То есть, где у нас морда нашей Авроры. Вот, и типа, как там вагон прицеплять, я не совсем понимаю. Дурак, что ли? Что светишь?
Мы в объезд ехали, там сейчас, окей. Хорошо. А можно как-нибудь ускориться? О, нормально. Караван торговцев — это хорошо. Так, у нас тут аномалия, видишь, какая-то была. Дозиметр там начал измещаться. О, радуется, радуется. А ты говоришь, эмоций у этих, у NPC нет. Есть эмоции, ты посмотри, вон, радуется как. Ура! Наш дом приехал! Во, видишь? Вот это да! А я вас сразу увидел потенциал, еще на глушилке. Ах, дядя Артем, а вы Мишку моего сразу найдете? Видно, холили... А смотри, что я нашел. Мишка? Да! Мишка! Да! Ты просто герой, Мишка! Олег. Мама! Гриша эмоций нет. Вернулся. Ай? Ай? А рассказать надо? Да ладно. Ой, спасибо, дядя Артём! Да нет. Большущее! Нормально. Ну все, бубенцы твои пристроены, так что как бы это... Живи там. Спасибо вам огромное, Артём! У меня просто слов нет! Да ладно, чё? Спасибо. Здорово, Артём! Здорово, да. Так, погоди, сразу давай патроны сделаем. Милота, ну вот, видишь, а ты говоришь, эмоций нет. Так, аптечки. Патроны 90, я думаю, хватит. Тут у нас 120, давай, да? Тут нормально, хорошо. Что у нас тут почистить надо? Блин, да хрена, что-то как-то. Да, в принципе, ладно, нормально. Так, дуло можем сделать, окей. О! Ну это... Это прицел, да? Да, красный лазер. В принципе, давай без лазера обойдемся тут. Ага, калашик. Калашик также можем почистить. И что-то улучшить можно. Рукоятка. Ля какая. Стабильность, но точность минус. Спортивный приклад. В принципе, давай, ладно, пофиг. Так, что у нас тут есть? Стандартный ствол с компенсатором. Обеспечивает неплохую точность, сохраняя умеренный вес. Хорошо. Это сочетание ствола и дульной насадки предназначено для повышения точности и наносимого урона на дальних дистанциях. Не лучший выбор в ближнем бою. Я что думаю? Может сделать нам калаш как АВП? Ну, не АВП, не обязательно АВП, снайперку. Вот, а на ближних там уже пистолетом можно поработать, типа с глушителем. Урон точности увеличивается, скорострельность минус и стабильность минус. Угу. Угу. Чё думаем? Бу-бу-бу-бу-бу, ничего не знаю. Знаешь, ты всё, не ври. Так чё думаем? Делаем или не делаем из нее АВП? Да и сделаем. Пофиг. В крайнем случае, если что, потом тогда уже изменим. Так, вот это тоже, да, немного почистить надо. Тут у нас что? Делаем. Я тоже так думаю. Горизонтальный магазин. Так. Удлиненная версия трубчатого магазина вмещает до 27 стальных шаров или 9 зажигательных капсул. Угу. Натихарь, да? Давай, ладно, почему нет? В принципе, ладно. В принципе, да. Все, в принципе, хватит. Все, у нас тут все есть. Так, что у нас там? Мишку отдали. Бубенцы этому пристроили, да? Ну что, брат, о. Готов к последнему рывку? О, кстати, гитару отдать, во. Это чего это? Оттуда с башни, что ли? Видал? Ух, я говорю же, да, еще спасибо, нашел братуха. Прошлый этой. Круто, нормально. Спасибо. Не за что, теперь будет
на чем побрынчать. О. Спасибо вам, спасибо. Да ладно. Вы не представляете, что люди. Это для нас значит. Нормально. Спасибо. Нормально. Мы ведь на этом вагоне год назад сюда. Столько всего да потом. Да ладно, именно произошло. На этом? Зато теперь малая, видишь, с этим, с Мишкой. Ей есть что делать. Нормально. Все, поехали. Что ну, ты здоров, говоришь? Герой. Здорово. Молодцом. Без ноги. Справился. Итак, вот наш план. Ваша какой? Группа захватывает буксир торговцев. На так. нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Так. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... Дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо. Но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты Блин. Для него авторитет. А вы же спецназ. Не танкисты. Блин, по-тихому. Удачи, Артём. А получится ли? Слушай, походу сейчас это... Типа... Либо убить парня. Ну, здорово, выбор такой, тренер. Типа, да? Либо убить парня, либо он будет потихо работать. Типа... Я сомневаюсь, что у меня получится все по-тихому сделать. Прям очень сильно сомневаюсь. Так, куда? Куда? Слушай, а если по-тихому работать, так а нахрена нам тогда снайперка? Погнали, сделаем обратный коллаж, да? Вот, если что, уже в следующий раз поменяем, потому что, блин... Ну, с коллажом как-то будет полегче, наверное, чуть-чуть. В общем, все переживали. Да, что у нас? Совсем извелась, пока тебя не было. Артём, а, так, смотри. Это не то мы смотрим. Коллаж. Сейчас. Так, можешь его установить для испытания. Ага, вот глушитель. Да, я понял, дружище. Все, нормально. Поехали. Сейчас, значит, по-тихому поработаем. Нам надо вправо. Туда он, да? А зачем нам туда? Подожди, я не совсем понимаю, нафига. Ну ладно, окей. Так, это есть. Ага. А, ну мы, видишь, немного подвинулись, потому что мы вот там вот стояли. Ждите. Дурак, что ли? Бэй. Опять все снаряжение засрал. Ты... Да... Слушай, что значит пару дней, да, не поиграешь все нахрен? Все это забудешь. Как, что, зачем, когда и почему? Ножичек. Давай сюда. Нормально. Так. Ёб твою богу душа. В кого же ты такой дурачок-то, а? Перепрыгнуть, прикинь, ограда не может. Охренеть. Ты там, слышь? Давай не возникай. Патрон. Опять же, да, у меня не бесконечность, но... Нахрен. Это знаю я их. Сейчас пропустят, а потом в спину напрыгнут. А что у нас тут? Опа. Сорян. Подожди, что? Костерчик, давай.
Ага, тело. Хорошо. Все, больше ничего интересного. Хорошо, ладно. Ну, обидно с мужика. Ну, как бы, а что поделать? Жизнь тут именно такая. Тут либо ты, либо тебя. Как бы, да. Другого нам не дано. Так, куда теперь? Влево, да, нам уходить надо. Окей. А, ну вон они, ворота эти. Артём, вижу тебя. Поднимайся. Вот я тебя не особо. Куда подниматься? А ну, кыш. Куда там подниматься надо? О! Подожди. А что это у нас тут такое? Тупик свеженький, прикинь. Это же эти дома, где зомбаки ходили. Я их осматривал тогда еще, помнишь? Да, вот они. Допустим. Так, тут стреляется уже. А, то есть, ну, как бы тут, да, пройти не можем. Хорошо. Дурак, что ли, слышь? Кыш отсюда. Во. Есть проход. Замечательно. Угу. Я понял. Все нормально, тут уже все нормально. Пропажа ты моя. Во, видишь, а ты говоришь, эмоций нет. Во, улыбается. Я волновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Да. Какой же ты у меня молодец. Это я, да. Заболталась. Да, я. Угу. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Поехали. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Эля, какая винтовка. Так, ситуация. Правда, такая. Это тоже, скорее всего, охрана, ну, ладно. Оказалось больше, чем мы ожидали. Угу. Риск велик, но Крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Угу. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, окей. Если он им прикажет. Ага. Охраны человек 15. Четверо утрапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. А, это американец. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на месте. Идиот на дальнем кране? Серьезно? Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, тихо, чтобы здесь прошло так же. Это называется тихо. Лошадь их всех, и дело в шляпе. Прекратить базар. Артем командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Ну что, самое время начинать. Попробуй пробраться на буксир, а мы прикроем. Так, по-тихому, да, говоришь? Всем напоминаю, после захвата буксира мы с Сэмом и идиотом возвращаемся на Аврору. Артем и князь с крестом идут на буксире к мосту. Подожди. Удачи нам всем. Не знаю, вовремя, но как бы... Почему нет? Вот это заберем. Угу. Говоришь, по-тихому, да, все лучше сделать? Ну, давай попробуем. Конечно, опять же, не обещаю, тем более ночью. Ну, давай попробуем. Угу. А, вон он стоит, да, наш братишка. Угу. А как бы мне к нему спуститься? Блин.
Давай наверх. Вон там он, да, попробуем сейчас спуститься. Я, опять же, не специалист по спускам, особенно безопасным, но попробовать можно. Нормально. Давай, любой, только... Охренеть, блин, прикинь, чуть своего не пришиб. Подожди. 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 Тут же у нас все по-тихому, правильно? Вот, давай пытаться сделать, значит, все по-тихому. Вот так тут даже, да, чтобы вам получше видно было. Ага, противогаз. Понял. Так, есть там один. Окей. Вон он стоит. А, нет, да, вон он стоит. Хорошо. Смотри, там на борт влезть можно. Ага, давай, вижу. Я их отвлеку, а ты туда. Кого? Спрячься здесь и жди, пока пройдут. Фига, ты бесстрашный. Но проверить надо. Ладно, давай глянем. Если сожрут тебя, отомщу. Нормально. Ну да. Задницу мне не прострели, мститель. Я думаю, сейчас он немного пройдет, мы его оглушим. Блин, этот палит там. А, видишь? Еще один. Сейчас пос. Смотрите. Правильно, ребят, смотрите. Так, что у нас по оружию тут было? Обрез. Жаль, опять же, тела нельзя оттаскивать, да? Зря ты так говоришь, конечно. Опять показалось. Что-то там есть на приемке. Пошел, называется, заработать. Банка валяется тут как баран. Вот тогда кто-то заработает, это точно. Спокойно. Кого? Блин. Ножи. Спокойно. Блин, видеть бы еще эти узкие проходы. Ну что там, будет сегодня свет или нет? Работать надо. Что там гремит такое? Ну чего ты там копаешься? Давай я сделаю. Угу, свет включили. Сейчас посмотрим, что там. Ну, если часовых сколько угодно, ничего там нету, как всегда. Угу. Осторожно, слева.
Сучка. А выключить опять же нельзя. Повторно. Спокойно. Да ты шутишь. Получится по-тихому. Ну, как бы, сорян, я пытался. Ладно. Что могу сказать? Обидно. Спокойнее будь, что? Да ладно, слышь. Что такое бессмертный-то? Ого, я его снял. Угу. Отлично. Готов. Ну, ребят, сорян, да, опять же. Я пытался, не получилось. Во. Парни, сдаюсь. Давай. Нормально. Так, он тебе главный. Осталось захватить трубку буксира. Я даже, знаешь, даже пытаться не буду, типа, его глушить или еще что-то. Все нормально. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Блин, обидно. Стелс отнимает, да я знаю. Отлично сработал, Артём. Вообще ужас. Артём, наши все в порядке. Ты молодчина. Я, блин, просто не понимаю, как там типа что делать. По-тихому не получилось. Ну, блин, ну сорян. Готовимся к отплытию. Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Да, поехали. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Угу. Да, удачи нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, якоря сниматься. Не знаю, я пытался. Это главное. А понимаешь, я и сам-то как бы не хочу, чтобы вот ты потом мелкий, типа князь или как его там зовут, чтобы типа потом помер. Нет, ничего. Ну ладно. Так. В принципе, я думаю, тут ничего больше важного на острове-то и нету, наверное. Артём, князь, мы того. Приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костер. Угу. Вижу. Там кабина управления была. Угу. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Угу. Хорошо. Ну, Иван, сдайся туда, а я пока охране зубы заболтаю. Окей. Эй, на берегу! Держи конец! Юмористы. Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Артём, князь, Аврора скрытно выдвигает целый исход. Готовы начинать по вашему сигналу. Окей. Наши по лодкам идут. Подожди. Тут.
Ага, я понял. Положил, кто остался, только тех не тронул. О. И вообще без оружия, кто там был, не тронул. Не все человеческое растерял, значит, хоть и еретик. А, тут можно пробраться. Стой. Блин, ладно. Но, как бы, ага. Я чё так? Семён-то вернулся. Ты чего обалдел? Они же с Кириллом всех демонов извести поклялись. Такие не возвращайся. Да кого хочешь? Их там все вместе перехватили, а еретик из новых освободил. И не такое придумывают, лишь бы к демону не идти. Нет, брат, не сдрейфил он. Как вернулся в храме, скандал устроил, но своего добился. Теперь вместо Семёна за еретика молиться будем, понял? Mm-hmm. Ух ты, за еретика? Хотя дело богоугодное. Ну, Семён, а потом что? Перекрестился, так. Порог поцеловал и обратно ушел. К демону, понял? Нормально. Так, там у нас... Вроде ничего нету. У, сука. Вообще опасно. Так, нам нужно примерно сюда. Спокойно. Может? Так, погоди. Уйди отсюда. Просто уйди отсюда. Стоит еще. Эх, ты напасть какая, не видно отсюда. Пойду поближе. Пойди поближе. Да, ничего нет. Вот и ладушки. У-у-у, сука. Нахрен. Два раза он меня уже спалил, третий, походу, будет финальный. Как бы, чтобы его не было. Лучше сейчас по-тихому все это сделать. Вот так. И нормально. Как бы, а зачем нам проблемы, правильно? Я тоже так думаю. Серьезно, как? Я сам не знаю. Он тупо смотрел на меня, он меня не увидел. Я не знаю, как это. Это метро. Детка, это метро. Так. А, но нам же сюда нет, по идее. Вот-вот, прям вот куда-то вот сюда, не? Или куда? Угу. Ладно, опа. Здрасте. Блин, испытывать, не испытывать судьбу. Свет выключу. Ага.
Нормально. А, ну мы вон там вот проползали. Значит, я мог, в принципе, мгновенно уйти сюда. Но, блин, видишь, нас смогли спалить. Так, подожди, это я уже... А, то есть я вообще не в ту сторону, что ли, пошел? Никого. Тебе показалось? Да. Ууу, сука, опасно, а? Так. Так. Обратно мы отсюда сможем забраться, интересно? Да. Так, значит, тут у нас один, да? А вот он ходит. Один. Хорошо. Я думаю, все-таки лучше в это вынести их по-тихому, потому что, ну, блин, ну, потом могут спалить. Так, там еще один. До свидания. Чё такой громкий? По-тихому называется вынести, блин, хотел. Прям вот знаешь, за секунду до, как говорится. Откуда ты знаешь? Откуда? Откуда, мать твою? Сука. Че, в унитазе сныкался, да? Не знаю, мы вас под люки. О, жесть. Так, ну вроде все тут. Калашек разбираем, ага. Угу. Отлично. А он как бы, ну, нормально там, да? Эти сектанты, конечно. Так, ну я тут. И куда мне? Кау, подожди. Сюда вот, типа. Что-то я не совсем понимаю. Мне надо поднять мост, правильно? Правильно. Сейчас. Угу. А, есть еще один. Слышу. Допустим. Угу. Калаш. Так. Ну, калаш это у нас вот как наш снайперский, типа, ну такое себе. Ладно, давай разберем. Так, где? Где у нас последний? Тут они где-то, чую. Говнецом воняет. Опять же, да, закрыто. Блин. Попаду, не попаду отсюда. Отлично. Ага. Мне примерно как-то наверх, да, надо попасть? Ладно.
Главное, что типа, ну, спалили, главное, что этот не подняли. Тревогу. В смысле? Охренел, что ли? И разверзлись небеса, и пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля пеплом, и вскипели моря, и люди в тени обратились, и только один нас уцелело, и по вкусности приют верные Господу, и силы силка Господь, и победитель прав царского, и власти. И рёк ему, по те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне храните, пока технику бесовскую отвергаете. А пуще прочего, отвергаете ли хитрость дьяволову? Отвергаю! Мне кажется, это ловушка какая-то. Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазн сатаны, и яд его! Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, и машины мягкие, пройдет со свободы. Лишь того, кто себя не заморал, пропустит следные чертоги Господа, царь. И не уборись, что за сетка у них? В смысле? Не знаю. Понял. Аминь. С ноги сейчас, знаешь, такой влетаешь. Добрались, значит, еретики проклятые. Катерину увели, до меня добрались. Ух ты, шустрый Артём. Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понятно? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот. Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте. А машинисту скажите, чтобы не гнал. Мост еле дышит. И останавливаться нельзя. Мост рухнет. Вам придется прыгать. А то это нет. Давайте мы тут сговорились с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять. Пойдем малым голосом. А, и останавливаться не будем. Прием. Нормально. Артём, прыгай! Погнали! Неплохо мы сработали, Артём! Нормально. Так, ну, хорошо, что хотя бы не так много крови пролилось. Типа, могло быть и хуже. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент... Мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны, и пропустили нас с миром. Она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Да, именно так. Электричество – грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли это ложь во благо.
Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Угу. Хорошо. Артём. Артём. Анька. Просыпайся. Что, уже приехали? Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовёт. Ладно. Вставай, пора. Так. Давай сядем, я не знаю, что. Что у нас тут? Свет, выйти, радио, читать. А, это у нас все эти заметки, окей. Радио, что у нас тут? Хорошо. Это, походу, у нас новые... кто? Враги. Знаешь, чем больше знаешь, опять же, о врагах, тем потом легче будет. О! Так, тут у нас чисто музыка, да, походу? Да. Дальше крутим. Опять же, только музыка. Да. И опять же только музыка, ладно. Хорошо. Выключим. Сколько мы уже дней в пути? Не знаю. Я ведь тоже слушала радио. И никаких там переговоров. Враги, оккупанты. Ну, видишь, появились. Столько всякой всячины в эфире. Столько историй. Отец говорит, они маскируются. Говорит, это их шифры, все, а не разговоры за жизнь. Но как им удается так замаскироваться, чтобы их и не видно было? Ну да. Это же железная дорога, они же должны ее контролировать по всей длине, да? Или хотя бы в ключевых точках перерезать? Ну, по идее, да. Ну, если они нас захватили. Это же главный транспортный коридор. Может, их тут и нету вовсе? Не добрались сюда или отступили уже? Кто знает. Куда? Ни Катя их видом не видывала, ни крест. Хотя мы и без них неплохо справляемся. А? Но? Средневековье какое-то. Да. Вон у Силантия люди в рабстве. Гробят их почем зря. Неужели им бы без этого вранья, без сказок его, без жертвоприношений хуже жилось? А мы что? Сколько лет в подземельях сидеть, есть друг друга поедом и даже не усомниться в том, что наверху жить нельзя. Я сомневался. Артём, посиди со мной немного. Так, хорошо, я готов, если что, уже переключать сцену. Сижу, вспоминаю этот мост, людей этих. Ну вот, мы под землей 20 лет просидели, а они нет. Ну и что?
Это ведь не те люди, которые города строили, самолеты, ракеты. Олег, какая у нее вторая душа? В смысле? А такие же, как метро. Нормально у нее хорошая только душа. Только еще более задуренные и несчастные. Хорошо как. Ну, в принципе, Век, я ее понимаю. Типа... Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так, вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши, куда-то в никуда. Да еще и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? Кстати, получается, да. С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Рука у нее странная какая-то. Ладно, у него, иди в рубку. Ты, Тёма. Отец чего-то хотел. Так, сейчас еще тогда по возможности поговорим. Еще раз попробуем, типа, если ничего не будет, там никаких историй и так далее. Прямо потом. Как в сказке. Короче, сейчас принц еще. Спас принцессу из страшного. Есть еще что-то хорошо. С монстрами и везет в сказочное королевство, где они намерены жить долго и счастливо. Как считаешь, найдем мы свое сказочное королевство? Хотя с тобой мне где угодно хорошо. Главное, что. Меня напрягает ее кашель, блин. Как бы не получилось то, что она умрет в итоге. Прям, не знаю, не хочется мне терять такого персонажа, типа как Аня. Ну, прям вообще не хочется. Так, хорошо. Что, идешь уже? Да. Ну, беги. Да. Куда они без тебя? Пойдем сейчас тогда посмотрим, что там у Настя. Да. Дядя, да. Там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Ты какой дядя? Хотите посмотреть? ТТшник? Так здорово получилось. А, неплохо. Сюда, дядя Артем. А, привет, Артем. Здорово. Видишь, как я тут устроился. Как король число. Верстак какой шикарный, а? Угу. Все под рукой, и места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. Оборудование мастерское пошло. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. Кстати, прикольно, полочки сделали из этих... Из рукоятки. На рукоятке оружия Калашникова. Не, видишь? Из них буду делать всякое. Работа-то непочатый край. Хорошо, понял. Вот еще не решил, где костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честное слово. Я не знаю, вот, куда мне. Только его туда или туда? Держит. А он ржет. Хорошо, мол, не передний, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас, разгильдяев, сделаю снова настоящую армию. В общем, у меня все. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Угу. Да, собственно, и мне тут есть чем заняться. Ломать снаряжение все гораздо, а чинить-то круги. Ну, как бы да. Так. ТТшник. Что такое, Настя? Дядя ТТшник, а машинка швейная у вас есть? Так. Нету, Настя. А как вы костюмы шить будете? А как все? Нитку, иголку и пару. И руками, да. Ух ты! Научите. Так. Давай ну тогда чего? Ставим, как мы говорили, с коллаж сделаем из этого. Точнее, из калаша делаем снайперскую винтовку. Раз,
Тут ничего. Броня. Броня есть что-нибудь? Очистить нет. О! А, ну да, тут это мы видели. Дядя Сэм не страшный вовсе, а даже добрый. Ладно, давай. Смотри сюда. Один раз показываю. Видишь, вот так вот. Вижу. Здесь главное не спешить. Понятно. Сам? А теперь вот так. Так. Угу, наша. Анечка наша маленькая, да. Угу. Ну ты даешь. О! Эля! Присаживайся. Уже пристроил, а? Я же говорю, видал? Бубенцы-то уже пристроил. А давай. А давай. Представь счастье вот этих людей, да? Ну вот, будь это реально, то есть представь счастье этих людей, которые жили почти всю свою жизнь в подземелье. Тут вышли на воздух, скажем так, да? Вроде уехали от всего этого. И нашли, можно сказать, свою вторую половину. Красиво. Спасибо, Степа. Красиво, ничего не могу сказать. Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел. Отец Настин, он погиб ведь? Настя знает? Погиб. Я не хотела говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал. 3 дня прошло, я все держалась. Думала, и виды не подаю. Сижу с иголкой, а перед глазами черно, не вижу ничего. А она подошла и говорит: ты поплачь, мам, тебе легче станет. А это ведь Сеня так говорил. Ну, я и заревела. Так что знает она все. Простите, Катя, простите. Давайте я лучше расскажу, как мы тут на мосту оказались. Давай. Мы сами на северо-востоке отсюда жили. По прямой вроде и недалеко. Угу. А ехали месяц. Там дальше разбомблено все. Ермак меня спрашивал, я ему рассказал. Сеня говорил, там сплошь ящики были. Ну, заводы военные. Да и вообще промышленные города. О. А теперь даже с фильтрами не пройти, такая радиация до сих пор. И путей нету. Кратер на кратере. Мы издали видели. И то счетчик, как заведенный, трещал. Ну вот, одна небольшая ветка уцелела. Там бомбить-то особо нечего было. Вот мы по ней и проехали. Думали дальше на запад двинуть, но... Сами понимаете, через мост нас с дизелем не пустили. Мол, сатанинская машина. Но сказали, если отдадим дизель для очищения, примут в общину. В общем, остались мы. А потом уже из-за хотей не вырвешься. Гад этот плешивый, батюшка Силантий, так голову задурил. Только молились да поклоны били. Своими руками дизель наш разобрали и в реку по частям. Мол, в очищающую купель. И еще и на нас с Сеней, мужем моим, волками смотрели, что мы отказались. Потом Сеня пошел проведать их. А там только местные. Что, где? А Силантий, гад, устроил им экзамен. Мол,
Хотите в миру, как все, а не пришлыми быть? Значит, демона одолейте. Все не за ними остановить. Поздно. Одни лохмотья обгорелые. А потом и туда же отправили. Вот и он не вернулся. Да, да, я вот про это и говорю. Простите, я не знал. Ну, что тут поделаешь? Дело прошлое. Что мы все о грустном? Давайте вы, Степа, лучше сыграйте что-нибудь. Конечно! Че, пойду я тогда? Я и про это и говорю, да, то, что, блин, в таком постапокалиптическом мире все равно есть... Вот знаешь, того, что сейчас нету. Я не знаю, это... Даже как это объяснить? Так, давай послушаем тоже, опять же. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём там возится. Так. Ну ты трепло. Артём, считай, всю работу сделал. Ну, это понятно. Но врать все равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно, дальше давай. Ну, в общем, я вижу, Артём к двери уже подошел. Так. Ну, думаю, надо спускаться уже. Я вниз. А ну держи. Что оно? А я знаю, темно, никого нет, а прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти еще про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. И че? Ну че, карабин отстегнул и как рванул. Там как раз халабуда это была внизу, до крыши невысоко. А царь этот что? Ну... Здоровый такой! Страшный! Вот там торчал такой ржавый, вот я за него спиной броника. Хорошо, что у тебя, князь, как это, гоняло есть уже. Да, так бы был, да. Вот это да. А дальше-то что? Ржавый гусь какой-нибудь был бы. А дальше? Дальше уже детка этого в оборот взять. Ну что там, мы... Артём, в общем, сам справился. Орёл. Да, молодец он. Пока я там по верхам скакал, как макака, да с царём этим... О, воевал. Он, в общем, весь вопрос решил. Ну, как бы понятно, да. Это точно. Молодец, Артём. Да, спасибо. Да, вы оба красавцы. Ну и крест, конечно, тоже. О, с этим посмотрим. Давай хлебнем. Это да. Как он им зубы... Задело дружное. Любо-дороги. Ай, хорошо. Они когда таскать начали. Я чуть не помер. Давай еще. Да, толковый мужик. Вы все, в общем, отлично сработали. И за это надо что? Ох, сейчас по башке даст, да? Точно! О, давайте. Истинно наш человек, Сэм. Правда, кружку пустая. Ты как, присоединишься? Нет, я пока пришел. Ну ладно. Вот за обедом. Ну, значит, потом тебе штрафная будет. Ладно, пошли. А, все, все, правильно. Нам, значит, сюда. Так, там еще сзади кто-то был один. Угу. Так, у нас кто? Что, тоже покурить вышел? А это дело. А, это у нас крест. Ну нормально, давай покурим еще. Пробирает курево. Пробирает. Забирает. Ну ничего, продышимся. Нормально. В общем, правильные вы, Артём, люди. Полковник, князь, ведь как на мосту-то выступил, орел? Ну тогда. А сейчас грудь колесом ходит, хвастается, как есть пацан, но боевой.
Это про князя? Ну так, что сказать хотел. Спасибо, в общем. Да ладно, что? Меня как своего приняли. Ну, я... простой я человек. За мной не заржавеет. Нормально. Ну и как оно тебе тут? После подвалов ваших, а? Свежо. Ну, а то места столько. Оно, конечно, бурьяны да развалины, но... глядишь, найдем и что получше, а? Бля, село там какое-то. Хотя, вы ж, я как понял, к начальству намылились. Угу. Ну, вот и не серчай, братка. Ну, вот разъясни мне один вопрос. На кой оно вам сдалось, а? Не знаю. Не, ну, глянуть интересно, тут не вопрос. Вот только я пока мотался, начальство встречал в виде жмуров или бугров бандитских. И эти вот куда мерзей урок обычных, вечно речи толкают перед тем, как ублюдство какое сотворить. Угу. Я это к чему вообще? Мне-то и до войны от начальства этого ни холодно, ни жарко было. Ну уж теперь, как все накрылось медным тазом, на кое оно вообще? Я-то человек простой, раз подписался, то куда вы, туда и я. Ну? Но вообще лучше бы место поприличнее найти и да пожить чуток по-людски. Хотя, может, у этих роботов царские. Мы пристроимся где-то. Чё, пойду я. Ладно, Артём. Вы тут продрохнемось. Ну так беги. А я тут подышу ещё, помозгую. Давай. Место и полно. Да ладно, пора уже, в принципе. Поехали, ладно, к нашему главному. Посмотрим, что он там придумал. О чем он хотел поговорить. А я вот, братцы, задумался. А чего все от поездки этой ждут? Так. Артём, иди сюда. Че? Слушай. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник дешифратор подключил. Так. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников. Командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да! Слышу вас хорошо! Угу. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Да, да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие. Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Странный какой-то мужик. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Да. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Много треплется. А, минуточку проверю. К6 Альфа, говорите. Да. Товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Угу. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке, не волнуйтесь. И до встречи на Ковчеге. Конец связи. Слушаю народу. Конец связи. Угу.
Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. А подумать только, сам министр. Дурачок ты старый, тебя же обманули, ну. Ты можешь на карту глянуть. Ах, господи, видишь, мужику там уже восьмой десяток, а он все еще и верит в это. В неплохом состоянии. Ну, давай посмотрим. Повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться... Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я... разрушил прежнюю жизнь. Угу. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? В принципе, да. Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Я что-то сомневаюсь. Нас они простят тоже. И все поедут домой. Угу. В метро. Хорошо бы, если бы так. Ну, давай посмотрим. Че у нас тут, да как? Лес. Дрезина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо и за радиацией следите. Прием. Фига, весь лес выжжен. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет, целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задраиться наглухо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. Есть подождать. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. Как правительству докладывать, так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Блин, лучше бы осталось на этом, Герман, на вагоне. Не нравится мне все это, мне кажется, вагон захватит. Хотя у нас тут бойцов сколько? Один там еще. Сколько у нас тут всего? Раз. А, два, три. Четыре, пять, шесть. Мы уходим. Блин, а там всего сколько у нас было? Семь человек. Не считая нас, Аней. Добро, рот, мало остается. Всем под броню. Сейчас сделаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Трое, четверо. Отлично. Поехали. Ну давай посмотрим. Полковник, Герман по проводе. Из зоны вышли. Он нормальный. Ждем вашего возвращения. Прием. Хорошо. Нас сейчас вроде цело пока. Всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли.
Ничего, теперь наверстаем. Странно, что рельсы так сохранились, да. Да. Ну, блин, правительство там могло как-то присматривать за ними, типа. О, это трянское место, число. Зря мы сюда ехали вообще. Мне тоже не нравится. Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Че? О, задвигалась. С пулеметами. Назовитесь. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз. Нифига. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Не нравится мне это. Ой, не нравится. Ну вот, угу. Чувствую не с распростертыми объятиями. Не знаю, почему-то мне это место напрягает. Ага. Ни огневых точек, ни патрулей. Часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Тут все как-то. Непонятно. Комендантская рота смотрит. Угу. Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Сэр, идем. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Есть, сэр. Ну, давай посмотрим, что у нас там. Да и как. Да и видишь, не зря же нам, типа, автомат дали. Хоть речь-то подготовил, а то как заклинит тебя, это же сам министр. Чё на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артёму сказать не хочешь? Нормально всё, Аня, прекрати. Да, ты был прав, Артём. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Да нет, за что. Вот только и сейчас, пожалуй, лучше не сдаваться. Ань, ну-ка назад. Ну, с Богом. Так, ну вроде спокойно пока. Ох, сука, не нравится мне это место. Фашисты? Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Ёпта, аж пролагало, смотри. Охренеть. Нормально. Предсказуемо. Слишком предсказуемо. Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы.
Министр. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Немцам. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ты сволочь! Пусти! Пусти, тварь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите откланяться. Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень до войны еще надо было. Но я сейчас вас урвать. Вылечь мразь эту. О, наши уже пошли. Теперь покушаем. О, сейчас ты так покушаешь, дружище. Ой. Ребята, ты покушали. Нет! Хорош! Нормально. Сэма чуть, прикинь, не убили, охренеть. Аньку, да. Я немного погорячился. Черт с ним! Аньку, надо. Класс такой себе стал, на самом деле, для нас это жалоба, как мы хотели делать. Бичугана. Окей, погнали. Где лифт? Но. А, все, я понял. Все, хватит с них.
Ебать, их много. Ну да. Ты еще наверх не смотрела. Охренеть. Ну точно как наш D6. И лифт такой. И да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Окей. Сэм, бери фильтры вентиляционные, генераторный зал и склад. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Угу. Окей. Вот, понимаю, это моё. Ну, поехали. Я понял, да, что мой этаж. Ну, давайте развлечемся. Чё? В темпе. Я бы, блин, хотел, чё. Как бы дверь не открывается. В темпе. Угу. Ах ты гад. Подожди. Угу. Да в смысле попал же он? Блин, надо будет настроиться. Странно, начал стрелять как-то. Угу. Угу. Себя покушай. Может понравится. Артём, не нашел? Нет. Да я понимаю, блин, дружище. Подожди. Угу. Так, тут мы были. Нахрен, убивай. Хорош. Ну, вам не привыкать. Да вот опять же в голову же стреляю. Свидание. Свидание. Нету. Уйди. Потом все залутаем. Отлично. Плюс бан? Да вообще жесть. Мясо! Враг, что ли? Опа, стоять. На! Верни. Разбираем, отлично. Понял. Ты зачем туда стреляла? Нахрена? Чтобы было. Внизу! Внизу это мясо! Нифига себе. Да твою мать. Успокойся. Успокойся, ты, я понял.
Неплохо. Ох. Погнали по старой схеме. Нахрен этот пистолет. Мясо пришло. Дурак. Охренеть. Подожди, чё? А. Ага. Внимание всем! Командный центр наш! При потере связи точка сбора здесь! Идиот! Чего это не было? Угу. И тебе не кашлять. Так, сюда. Не сюда. Сюда вот. Кажется, в смысле? О! Нормально. Давай. Правильно? Да, по идее, влево сейчас надо быть. Тут? Нет. Подожди, чего? Так я ж тут пришел. Сделали, блин. Запутаться можно. Тебе не кашлять. Погнали сюда. Во! Правильно. Бум-бум-ц. Нормально. Ой, не вовремя. Подожди. Хорош. В голову же попал. Да, все нормально. Хранить на него патрон тратится. Че это такое? Кого? Йот. Ну ладно. Все, погнали дальше. Так, та-та-та-та-та-та-там, так. Оо, херня косая. Иди в сраку. Анька, так. Нормально.
Артём, я вот тоже думаю, то, что Анька Цыка чем-то больна. Сзади! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! Так! А ну, всё, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент... Заткнись! Ага, до свидания. Артём, ты цел? Слава богу. Ага, спасибо. Главное, что ты жива. Идем, доложим полковнику. Пошли. Папа, это я. Охренеть. Артём меня нашел. Ага, понял. Давай, Анька, все нормально. Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Да я охренел, блин. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Угу. Ну, главное, что Санька цела. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну, ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что... Пам. Мразь, Аня, слава богу, я бы себе не простил. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите. Я, как лейтеха сопливый, повелся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие весь мир перебил. Еще честь им отдавал. Ковчег, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будет? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя, нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет, но те, что светятся, минимум пару лет после войны работали. А внизу это что? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Так. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе, понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Отлично, поехали. Угу. Главное, что ружбайка не забыл. Я понимаю, конечно, что тут все не забыл. Но обошлось ведь. А могло и не обойтись. В следующий раз не обойдется. Да. В том-то и дело. Хотелось бы все время, что мне осталось провести. Вот с ним вот, понял? Уж больно я к нему привязалась. Да. Ко мне, ага. Ты там свои эти бубенцы к ней не подкатывай.
Ищи другую себя, понял? Ты чё, Танька испугала. Думал, нету Аньки, пропала, думаю, спрыгнула вниз. Охренеть. Браво. Дурачки, что ли? А патрон-то больше нет? О-о-о, понятно. Так, нету эту фигню, меняем на калаш. Это прям срочно. Поехали. Да попади. Чего? Попасть не могу. Тебя ешьте. Ай, надо было им молотов кинуть. Пусть там кушает себя в поджарке. С этим местом, похоже, окончательный овар. Пора и в настоящий правительственный бункер. Угу, пора бы, да. Я чё думаю? Давай на этом я закончу сегодня, да? Вот, потому что серия уже сколько там, сколько она идет уже, 2 часа в принципе, вот, как бы да, так что всем спасибо, кто приходил на стрим, все красавцы, прям люблю вас, целую, все лучшие, прям обожаю вас, вот, ну а всех, кто будет смотреть это в повторе, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, ну а с вами был Милапса, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.